Всем привет! Сегодня очередная посылка из Китая, в которой находится чехол для спорта, для термоса. Но я его буду использовать в рюкзаке для термоса, чтобы он просто не опрокидывался. Заказывал черного цвета, ну и пришел, соответственно, черный. Вот так вот он выглядит, небольшой чехольчик. Имеется у него на пояс хорошее крепление. Теперь проверяем, подойдет ли он к моему термосу. Ну и, как мы видим, подходит он идеально. То есть вот так это все будет выглядеть. Брал я его зачем? Термос имеет свойство подтекать, этот термокружка, только в том случае, если она не горизонтально расположена в самом рюкзаке. То есть кармана для кружки у меня нет в рюкзаке, и это как бы есть проблема. В связи с этим его нужно правильно расположить там. Не знаю, буду я использовать сюда какую-то липучку, либо липучку обхват, либо же просто можно будет зафиксировать булавкой в рюкзаке, чтобы он не опрокидывался, и все, как бы проблема будет решена. Ну и можно использовать, соответственно, на пояс. Он плотненький, такая поролоновая ткань, немного тянется на 1 сантиметр, уплотненная. Будем надеяться, что воду он не пропускает, хотя внизу у него есть отверстие небольшое. Поэтому при заказе, если это вам очень нужно, рассчитывайте на то, что он не будет у вас полностью герметичным. Вот такая вот штучка у нас получилась. Ссылка на данный аксессуар будет в описании, как и обычно. Если кому-то это интересно, то вперед, переходим по ссылке. Там есть много цветов, есть что подобрать и женщинам, и мужчинам. Так что вперед. Ну а пока спасибо вам за просмотр. Оцените это видео лайком либо дизлайком. Оставьте свой комментарий. Всем пока!